Всем привет, ребята! Я очень рада видеть каждого из вас на моем канале, тем более, что сегодня я снимаю одну из ваших самых любимых рубрик – это разбор песен на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать одну из самых часто запрашиваемых композиций – это песня «На вылет». Она очень простая, и для ее исполнения нам понадобится всего лишь 5 несложных аккордов. Первый аккорд – это аккорд F. Для того, чтобы его сыграть, мы ставим средний палец на четвертую струну второго лада, указательный палец ставим на вторую струну первого лада. Звучит аккорд вот так. Второй аккорд – это аккорд А. Средний палец мы оставляем на прежнем месте, а указательный смещаем на одну струну вверх, и это будет вторая струна, нет, третья струна первого лада. ДМ. Средний палец оставляем опять-таки на том же месте. Указательный палец смещаем на вторую струну первого лада. Безымянный палец ставим прямо под средним, то есть на третью струну второго лада. А диез. Мы указательным пальцем зажимаем первую и вторую струну первого лада. Средний палец ставим на третью струну второго лада. И безымянный на четвертую струну третьего лада. И далее аккорд С, я думаю, надеюсь, все его знают. Средний палец ставим на первую струну третьего лада. Для того, чтобы сыграть эту песню, я использую самый распространенный, самый мой любимый бой – восьмерка. Как он играется? Вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, 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 вниз, вниз, вверх, вниз. Быстро вот так. Вниз. В принципе, мы уже можем сыграть первый куплет. Там будет немножечко меняться аккорды в конце каждого четверостишья, но я буду писать, чтобы вы не запутались. Начнем. Ты танцуешь на песке одна, так горячо, что во мне тает снег. Ага, детка, мы же на одной волне. Ага, детка, мы же на одной волне. Ага, ты танцуешь на песке. Вообще очень легко, потому что первые две строчки мы играем без особого боя, мы просто один раз проводим вниз по струнам, а потом подключается бой, восьмерка. Я хотел бы не знать себя, но это так обязательно. Подключаем. Ведь без этого всего мы бы были другими. Если прошло показательно, не умирал бы из-за. Дальше второй куплет и второй припев мы играем точно таким же образом, поэтому я думаю, что нет смысла рассказывать вам и про это. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы пишете мне комментарии и просите снимать такие видео. Я не знаю, насколько хорошо я это делаю, потому что я все-таки не считаю себя профессионалом в сфере разборов. Я не знаю, как правильно это делать, но раз вам нравится, значит, я все-таки надеюсь на то, что делаю это хорошо. Если честно, надеюсь, что после этого у меня не полетят негативные комментарии и критика. Я до сих пор не совсем понимаю смысл разборов, потому что аккорды есть в общем доступе. Если что, напоминаю, я беру свои аккорды с сайта mychords.net, потому что вы очень часто пишете мне и в социальные сети, и под видео спрашиваете, какие аккорды и откуда я их беру. Я всегда оставляю в описании ссылку. Мне очень нравится этот сайт тем, что там можно бесплатно транспонировать любую песню в любую тональность, и там всегда написан рекомендуемый бой. Это не реклама, но mychords.net, если вы хотите мне заплатить, без проблем, я всегда оставляю, между прочим, ссылку на ваш сайт в комментариях. Вот. Я знаю, что у нас с вами, ребят, не очень налажена обратная связь, я имею в виду с моей стороны, потому что все-таки я больше снимаю каверов, но я уже
монтирую два влога с путешествий. Надеюсь скоро их выставить. И очень надеюсь, что вам понравится. Так что спасибо вам еще раз огромное за просмотр. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь. И особенно за то, что пишете мне комментарии и под видео, и в социальной сети. Мне очень приятно каждый раз, когда вы пишете. Так что спасибо вам большое за просмотр. И до новых встреч!